Кустанае найдено тело 25-летнего пропавшего без вести жителя Северо-Казахстанской области. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента полиции. 21 октября в управление полиции Кустанае поступило сообщение от 49-летней жительницы Петропавловска с просьбой оказать содействие в поисках ее сына, который 18 октября уехал в Кустанай и не вернулся. На розыск мужчины был ориентирован личный состав. Поиски осуществляли совместно с волонтерами. Утром 22 октября сотрудникам Северного отдела полиции города на улице Лермонтова за гаражами обнаружен труп 25-летнего ранее без вести пропавшего. По результатам экспертизы сообщают, что смерть наступила в результате механической асфиксии при повешении. Обстоятельства произошедшего выясняются. Уголовное дело возбуждено полицией Кустанайской области после появления в интернете видеозаписи, сделанной в одном из увеселительных заведений. На кадрах запечатлена драка, которая происходит на лестнице. В ней участвует несколько человек. Силы сторон не равны. Видно, что по крайней мере на одного человека нападают сразу несколько и продолжают избивать его уже когда он лежит. Есть видео, снятое из другой точки. Женский голос за кадром говорит о появлении на полу крови. Как сообщили в ответ на наш запрос в департаменте полиции региона, по данному факту в управление полиции РКВК, а именно там и произошел инцидент, заявлений не поступало. Установлено, что событие, попавшее в объектив мобильных телефонов, произошло 19 октября. Тем не менее, в полиции зарегистрировано уголовное дело по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса Казахстана. Участники установлены, проводятся следственные действия. От должности освобождена судья Кустанайского городского суда. Решение об этом вынесло жюри Высшего судебного совета. Напомним, ранее в конце августа сообщалось, что сотрудник суда совершила ДТП. Ее машина врезалась в столб в микрорайоне аэропорт. В областном судебном ведомстве позже подтвердили, что судья была нетрезва. Материалы поступили в судебное жюри, где было принято решение об освобождении от занимаемой должности за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике. Ранее действия данного судьи, связанные с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и совершением дорожно-транспортного происшествия, вызвали общественный резонанс в связи с освещением в средствах массовой информации, говорится в сообщении на сайте Высшего судебного совета.